Всем привет! У нас сегодня второе утро здесь, в Алмате. Остановились мы у дяди дома. Они сейчас все уехали на работу, на учебу. И мы с Данелькой дома вдвоем. Она пока еще спит. Я с утра помыла волосы. Сейчас буду сидеть здесь, отдыхать, сушиться, пока она там спит сладенько. Вчера она вдоль наигралась на площадке, что... всю ночь спала крепко, только вот под утро она еще сонная, с закрытыми глазами, грезила о площадке. У нас сейчас главная тема — это Данелькины площадки, детские площадки, она называет площадка. Прошлой ночью она плакала точно так же по ночью, просилась на площадку. Мы пообещали, что утром ее поведем. Вчера она сходила на площадку, и сегодня ночью снова плакала, просилась на площадку. Это какой-то круговорот площадок в природе. Девочка, она у нас растет впечатлительная, видимо, вчера она вдоволь наиграла, что сегодня еще просилась ночью. Так что пойдем в зоопарк, посмотрим, что там творится с животными. Конечно, жалко, что они в клетках живут. Но, с другой стороны, им здесь намного лучше, спокойнее, есть еда, есть где спрятаться от дождя. Так что, с одной стороны, им, возможно, наоборот, в зоопарках и лучше. Кстати, я немножечко изменила динозаврика, которого связала. Я добавила ему еще один рожок, вот сюда вот, в хвостик. Вообще, у него должно быть 6 рожков, как вот здесь, как сейчас. И вот прям такой красивый цвет, мне нравится очень цвет, буду еще заказывать такой же. Вот в такой вот пакетик буду упаковывать. Правда, я всегда покупаю обычные крафтовые пакетики, они такие коричневые, без ничего, без узоров. Клею вот такую вот наклеечку свою фирменную, и классно смотрится. В этот раз я не успела купить в городе, поэтому попросила у сестренки, она мне дала такой пакетик. Динозаврик отправляется ему другу. У него тут еще бровки есть, если вы не заметили. Хотя можно было бровки, наверное, двумя ниточками, двойным слоем сделать. Но, думаю, и так нормально, да? А, кстати, еще внутри визиточка есть. Вот такая вот визиточка есть. Вязаное детство. Классно в отпуске. У меня сегодня второй день отпуска. Ни о чем не думаешь. Как будто продолжительные выходные дни. Все свои заказы вроде я связала, их не так много, но они были. Буду отдыхать. Данельку, наверное, отправим в садик. И, ну, может быть, пару дней побудет со мной дома. Но, знаете, лучше, по-моему, ей в детском саду, чем дома. В доме скучно, а целыми днями на улице, на площадках с ней ходить — это тоже трата времени. И нереально, это слишком жарко. Так что в садике ей намного лучше. Она сама даже говорит, я пойду в садик. Вообще, наш отпуск должен был быть совсем другим, как я говорила в одном из видео. Максу, мужу, тоже должны были дать отпуск, но, к сожалению, не получилось. Мы собирались уезжать к родственникам в другой город, но планы изменились, и поэтому мы сейчас в не менее хорошем, красивом месте отдыхаем. Здесь крыжовник. Ой, черная смородина, яблоня. Красивый сад такой сделали здесь у дяди дома. Там еще есть курочки. Показать курочек. Здесь есть курочки. Кушают. Вот эта курочка вчера ходила нормальная, сегодня, кажется, она умирает. Ей дали какие-то таблетки съесть. Ну, по-моему, ей не стало лучше. Жалко. Надо принести кружечку и собрать туда смородину. Ты что, убила паука, что ли ты? Данелька только проснулась, сразу прибежала на улицу. Мяу. Кота. Класс? Потом Иге Барам. Потом Иге Барамс. Домой пойдем.
Кашляешь? Не даем никакие антибиотики Данельке. Хотела, я, кстати, после пневмонии боюсь, что она снова заболеет. И у меня, как у мамы, хочет сразу ее вылечить быстренько, дать антибиотики, но в этот раз не отговорили, лучше просто водичкой. Водичку еще она пьет травяные сиропы, и уже кашель отходит. Танели, зоопарк барасың ба? А? Зоопарк барасың ба? Я? Кім бар зоопаркта? А? Кім бар зоопаркта? Не бар? Мен площадки. Базам. Нау! Площадки? О боже, со своими площадками, дочь. Кім бар зоопаркта? Кто есть в зоопарке? Жираф. Игарк. Слон. Слон. Тигр. Тиг. Лев. Тес. Заяц. Тайс. Волк. Волк. Зебра. Зебра. Кошка. Кока. Собака. Афака. Собака. Афака. Экскаватор. Экскаватор. Микроволновка. Рука. Бассейн. Бассейн. Пена. Пена. Цветы. Ити. Дерево. Дерево. Коляска. Коляска. Помидор. Помидор. Кияр. Кияр. Огурец. Огурец. Арбуз. Арбуз. Яблоко. Яблоко. Блин, кто это? Да, олень. Лама. Олень? Я. Олень что ест? Не джида, олень. Мишки. Человека. Жираф. Данёка, зачем ты так меня подставила?